Талдык. Вам всем вопрос. Что вы ожидаете от разделения нашей Алматинской области? То есть мы останемся здесь с Устьем. Я ожидаю лично, вот я живу на новостройке, как я жил, так и буду жить на новостройке. А что ожидаете вы? Что вообще вы думаете после того, как, когда уйдет от нас большая, да, часть нашей области общей, когда мы останемся, да, сам на сам? И какие ваши ожидания?